Мы уже в Настином дворе. Сейчас вещи будем носить. Тут же вещей полная машина. Как называют твою бывшую? Ее бывший тяжелый, Кать. Елка. Это елка. Ждем Настеньку сейчас. Мы не знаем код. Надо у нее узнать. А думаешь, она знает? Ну, конечно, знает. Она же как-то заходит в подъезд. Но у нее ключ. Да, так вот здесь ее квартира, солнышко. Говорит, Настенька уехала на квартиру. А вот и Настя. И Катя. Это Настя и Катя. Сразу достать подпил. Ой. Половина меня обутая пошла домой. У тебя тут и Паша с папой ходили обутые, они же стиралку привозили. Заходи, Лисичка. Где моя Лисочка? Там Катя живет, а там Настя. Говорит, там Катя живет, где ты стоишь, а там Настя живет. Папа, смотри, там Катя живет, а там Настя живет. Здесь везде Настя живет, Алиса, это Настина квартира. Настина квартира. Надо у Насти спросить. Настя, елку на балкон папа спрашивает? Елку на балкон? О, три сестры. Настина кроватка, Алисочка. Какая у нас работа отлажена. А тут Катя может идти спать? Настя, здесь Настя живет, доченька. Я куда-то без ключа пошел в машину. Мы приехали включить отопление. Здесь по-прежнему холодно. И занести, помочь Насте вещи. Сейчас подключаем, прогреется квартира, и она через пару дней уже сюда переедет. Что ты такая довольная? Такая довольная. Ты ж сюда ехать не хотела, а теперь довольная. Пианино у Насти тут стоит, да? Оно не включено, доченька, его надо включить. Залезла? Будешь играть? Я буду играть, как я буду Настя. Ты будешь Настя? Да, я Настя. Ну давай тебе его включим. Давай, включим. Если я разберусь, как, где это шнурок взять. Его, шнурок, наверное, где-то отдельно лежит. А по-моему, это не бывший, а теперешний. Ты же с ним жить будешь. Настюш, ты можешь пианино включить, Алиске? Да. Что у нас? Ну, она там просится. Что у него с ногой? Вывернулась. Да, с ногой что-то не то. Костоправ. Что, все, оно так не должно быть. Пяткой наружу. Тень прошла, я делаю. Да, вот так должно быть. Она просто перекрутилась. С новосельем. Ну, руки нам тоже давно перекрутились, папа. Может, кисти посмотришь, у нее вообще какие-то странные. Так, там это самое. Ты ломал. Да. Что, пап? Что? Ты эхо слушаешь? Что? Тут эхо? Я хочу сюда. Вот так. А! Ты
Туда нельзя пальчики совать, там провода. Там папа будет отопление включать, будет папа там. Что это? А давай мы пойдем наверх. Не, не надо наверх, зайка. Зачем? Бабушка, первый свой фонарик сюда. Ку-ку. Видишь, Алис, скелет переехал к Насте. Алис, давай в прятки поиграем. Хочешь? Не хочу. Ты спрячешься, а Катя тебя будет искать. Давай. Тогда можешь не стукать, там никого нет. Там горшочек. Туалет, да. Не, не видела, сейчас посмотрю. Ванну они поставили, стиралку, да? А, угу. Это же наша стиралка. Я знаю, вот туда ее надо. Как раз влезет. Тут для нее, наверное, место я оставлю. Ванна у Настеньки, да. Видишь, какая. А это что это у Настеньки? Раковина, умывальник. А это что это на Настеньке? Это машина. Ну а что это, как ты думаешь? Стиральная машина, белье стирать. Ё-моё! Что там? Перекрывайте! Сейчас вздуется линолеум. Наверное, ж горячий. Открыли батарейку. Фу, еще воняет, как будто газом каким-то. Капец. Настя, тряпки есть? Нет, откуда тут ничего нет. Нет, там была тряпка. Половая тряпка нужна. Сейчас линолеум сдуется, и все, и фонарь. Линолеум не сдувается, а это не линолеум. Ну, то есть не линолеум, я вечно его не так называю. Он вздувается. Мне писали, что если сильно намочить, то вздуется. Ай-яй-яй, да? А вот это что здесь мою? Вот это ж папа наступал ножками в воду, теперь грязно. Поставь ему ангел. Я же не знаю. Он первого два потекло, да? И оно все равно течет. И что теперь? Ну, блин, капец. О, такая вонючая вода, как с газом. Ну не футболка тоже не помешает. Кидай, сейчас вспухнет полки. А вода горячая? Да. Нет, теплая. Ну батарея уже теплая. Угу. А что мы теперь будем делать? Не, эта вода течет, пока она вытечет из батареи. Я думаю, что она будет крутить надо. Ну, так я не знаю, как они это не проверяли, что ли? Ну, наверное, не проверяли. Ну, это ж еще, наверное, не было тогда отопительного сезона, чтобы проверять. А все равно они должны были проверить. Ай-яй-яй, да? Как же так? Хорошо, я не на нем потерялась. Фу, какая ученая. Да. Не, Настя не расстроится, мы починим. Починим. И снова Настя там будет, она выйдет дома. Да. Сейчас Катя лужу вытрет, и Настя не расстроится. Да? Вонючая. Не без приключений. Что теперь делать? Завтра приеду с ключами, у меня ключи с собой. Оно просто не докручено? Подтягивать попробую, если нет, то, наверное, сантехника. Хорошо, что Настя не сама их запустила, слушая с мамой. Ну, хотя вытерла бы сама. Бабушка. Сейчас мне все опять будут писать. Все помогают, а вы с камерой ходите. Тут рук и без меня хватает, так что... Да, у меня своя работа, поэтому бросать камеру смысла, тут рук хватает, чтобы это ликвидировать. Да-да. Все,
А у Алисы опять телеграмма от гиппопотама. Что он пишет? Он здоров? Да, а что пишет гиппопотам? На кухне тоже течет. Тоже? Супер. В спальне я не открывал сам вентиль. Если вот этот вентиль открыл, туда пошла вода. А у тебя Луна будет на балконе жить? Не, Луна, наверное, со мной будет жить. Что-то я не хочу на балконе, я отсюда. Тогда на балконе какие-то полочки надо сделать, там для елки, например. У тебя же кладовки нет. Ну, сейчас... мебель чуть придет, вот заказывать. Ага. Мебель, может, и там что-то придет. Может, их спросить, может, у них продаются хоть там кладовка, сарай, хоть что-нибудь. Как-то внизу, вот снизу дома есть целая куча этих вроде как сараев, а нам ничего не сказали, что здесь есть. Сказали, что нет. Так они должны идти в каждой квартире, разве нет? Или их что, просто продают? Да, сейчас, конечно, такие времена, что могут и просто продавать. Это раньше так было, что в каждой квартире свой сарайчик. Так оно продолжает капать, мы же перекрыли. Там тоже капает. Там тоже капает? Ого, даже не капает. Да, блин, это бьется, честно. Иди, может, перекрой. Ты там перекрыл? Я в подъезде. Я еще давление. Ну, теперь отсюда и не уедем. Надо наблюдать, а то протечет вниз к соседям. Сделали ремонт. Знаете, чисто, чтобы продать. Нет, оно очень сильно течет, да. Ты закрутил вроде. Все закручено, но оно льется. Офигительно. Оно мимо чашки льется. Я же говорю, ремонт сделали, лишь бы продать. Оно что-то все сильнее и сильнее льется. Нет, так не было. Но было уже меньше. Из пол грязи. Ну да, потому что в лужу вступили обуви. В общем, Катюш, оставляем тебя тут с чашкой. Конечно. Пока мастера не придут. Звук как будто кофемашина. О, все, что-то попыхтело и прекратилось. Да-да-да, пейте. О, вообще перестало? Ну да, пошипело, что-то и перестало. Сюда лучше. Вообще-то я уже боюсь, что тут будут батареи совсем не горячие, раз вода не горячая течет. Ну, блин. Так же. Трубы горячие. Подачу. Именно хорошо горячий или теплый? Хорошо теплый, скажем. Ну. Горячая вода. А горячая вода вроде же отключили, потому что у дома долги, у всего дома. Да. Писали, что там внизу на подъезде. Тать, подай, пожалуйста, эту воду меньше воды. Тазик, о, тазик. Где? Ведро. Там стоит. А, бабушка уже есть. А что ж тогда, через бойлер все пойдет горячая вода? Ну, получается. Вообще лучше бы колонку тогда поставить, что того бойлера. Алиса, ты уже тут нашла туалетную бумагу? Воздушный змей, говорит. Воздушная змейка. Дося, ты уже нашкодничать успела, да? Ну да, закрылась. Алис, потом будешь Насте новую бумагу покупать и сюда привозить. Ценность, драгоценность. Ух тышка. А где телек будет? Ты повесишь или стоять будет? Какое телек?
Ну, это папа говорил, это для кухни телек. А что? Комнату побольше надо, маленький. Да. Телек! Это розетка. Для кухни надо даже розетка. Это телек. Да. Я на кухне. Сейчас достанем микроволновку у Насти на новую. Посмотрим. О, она тоже черная? Да. Большая такая. Наша же такая же, как у нас? Не вот такая черная. Да. А там черная. А чем? О, какая лента липкая, крепкая. Жить одной в квартире со скелетом как-то так себе. Я б не хотела. Может, сюда бы больше белая пошла, конечно, но уже какая есть. А это разве надо выбирать, да? А у нас, по-моему, висит до сих пор дома. Что-то Алиса делает. А, она все с туалетом играется. Вода холодная? Блин, мама. Холодная вода? Да, очень. Ну, то ты сейчас еще хуже заболеешь. Мне вот интересно, как люди сейчас тут живут без горячей воды вообще? У тебя бойлер есть, он должен нагревать. Слышишь? У тебя бойлер есть. Запусти его, будет горячая вода. Алиса, можно? Уже нету эхо. Мы подъезд закрыли. Нет, в той комнате есть. Там никого нету, Доть. Открывай. Не к себе, а в ту сторону толкай. Туда. Толкай дверь. Нажимай и толкай. Не знаю, может ребенка раздеть? Мы так долго дома, она сейчас спотеет. Уже уезжаем? А, ну да, здесь же холодно. Вода такая черная, как будто мне черника спрессовали. Ну, это вода аж из этих, из батарей, наверное, они внутри грязные. Ты спряталась? Ну давай я скажу, чтобы Катя тебя искала. Сиди тихонько тогда. Хорошо? Катя, а поищи Алису, она спряталась. Сиди тихонько. А где же Алиса? Где тут действительно можно спрятаться? Будь здорова. Спать будешь, ну спи. Все, мы поехали, а ты спи. Все, мы поехали, пока. Вот твои салфеточки, вот они. А вот они. Зайчик. И салфеточки домой оденем. Забираешь домой? Подожди, доченька, подожди. Ты меня прям буквально поняла, что мы поехали. Вон упала салфеточка у тебя. Ну я тоже думаю, да, надо подождать, пока капать перестанет. Да, пусть подождут. Мы поедем вперед, они приедут потом. А вот и первая тарелка у Насти дома. Настя, открывай. Почетно. Первую тарелку. Вот тоже промывать. Нет, вот это. Сейчас, малыш, папа Насте показывает, как мыть кофемашину. Натаскиваешь, ее раз в неделю надо мыть. И через каждые 500 этих самых чашек надо смазывать. Движущиеся части. Это чтобы я
покушала, вспоминала про лимошу и ехала к нему в гости. Да, да, точно. Такой доброжелательный енотик. Тебе надо фотографию лимона тут повесить в рамочку. Будешь на него смотреть. Катя говорит, Настя будет ко мне складывать вещи в каморку. Мы с Катей хотим взять еще каморку между этажами. Там у нее есть возможность. Можно вместе с квартирой каморку купить между этажами. А вот у Насти тут такого нет. Мама! А-а-а! Тебе не жарко еще? Да, я попробую тебе. Не, не мокрая, хорошая одежда. А тебе вот это нравится, Катя, сочетание вот этих вот типа кирпичиков с кухней? Звонить на водоканал, на квитанцию, ну, телефон. Такое разное по сравнению с тремя. А мне нравится. Красиво. Ну, типа, она, в принципе, очень красивая. Мама! И вот это мне нравится. И вот это мне очень красиво. Идем, идем. Мне не очень нравится. Идем, идем. В этом спальне. Ну что, едем? Папа говорит, чтобы вы дождались с Настей, пока капать совсем перестанет. И потом выезжали. Я же надеюсь, оно перестанет.